Здравствуйте, дорогие наши друзья, подписчики. Для детей 2-3 лет хотим показать развивайку, сбор пирамиды. Да? Очень важно, чтобы ребенок понимал размер шайбы и ставил по размеру. Да, поставим. Так. Потом какая идет. Красная, зеленая, потом какая желтая, оранжевая, все красное. Вроде бы очень элементарное занятие, но это для детей 2-3 лет. Сначала, конечно, будет не попадать, но потом, в принципе, сможет справиться. Так что подписывайтесь на наш канал и до новых видео.